Божьего благословения всем нашим дорогим союзникам, а также зрителям телеканала «Муз-Союз», слушателям радио «Воскресенье» и читателям нашей православной газеты. Поздравляю вас с началом Великого Поста, с 27 февраля по 5 марта, его первая седмица, первая неделя. Пусть он станет для каждого из нас полезным, помогающим духовно возрастать. А программы телеканала «Союз» мы постараемся, чтобы этому способствовали. И, собственно, это ответ на вопрос, насколько полезно Великим Постом смотреть «Союз». Конечно, полезно. Мы на период поста, особенно первую неделю, полностью поменяли наш эфир. На первой неделе, например, не будет выпусков новостей. Зато вы сможете послушать 18 выпусков бесед отца Константина Корепанова о каноне Андрея Крицкого. Будут, конечно же, в эфире духовные наставления архипастырей, священников о различных нюансах Великого Поста. Ну вот, например, какие отличия молитвы в храме и дома в пост. Такой вот вопрос будет о посте, его значении, как соблюдать пост в коллективе, как поститься, когда вокруг тебя не постятся. Пост и соевые заменители, и многие другие вопросы будут озвучены. Конечно же, будут прямые трансляции канона Андрея Крицкого с повечерием, трансляции литургии преждеосвященных даров, молитвенное правило утреннее и вечернее, тоже великопостное. Да и большая часть программ будут посвящены главной теме. Поэтому смотрите, слушайте, назидайтесь и получайте духовную пользу. Союз – это действительно большое подспорье в прохождении Великого Поста. Однако, пожалуйста, следите за программой на нашем сайте и в группе ВКонтакте. Потому что в связи с чтением канона Андрея Крицкого сетка нашего вещания очень-очень сильно поменялась. И чтобы вы потом на нас не обижались, что что-то не смогли посмотреть, следите за программой. Пост – не время для обид, так что будьте внимательны. Вынужден также обратить внимание, что эфир даже и на время Великого Поста нам никто дешевле не сделал. И чтобы телеканал свое вещание мог продолжать, мы напоминаем, постоянно напоминаем о необходимости регулярно поддерживать Союз своей посильной лептой. Даже во время усиленных молитв, даже во время строгой первой седмицы это необходимо делать. К сожалению, прошедший февраль не был месяцем вашей активности. Пожертвований поступило почти на 20% меньше, чем необходимо, и наша задолженность опять начала расти. Цифры вы видите на экране. Поэтому прошу всех регулярно поддерживать Союз своей посильной лептой. Всех и каждого из наших зрителей. И очень важно, чтобы эта помощь была не разовой, а регулярной. Каждый рубль, 10, 100 рублей – это вклад в продолжение вещания Союза. Божьего благословения всем вам, дорогие мои, на всех благочестивых путях жизни вашей и на все благочестивые дела. И, конечно же, доброго здоровья, берегите себя и своих близких. Будем жить и души спасительного всем Великого Поста.